Всего 2,5 года назад здесь было маленькое панельное здание местной поликлиники. Сегодня, после реконструкции, его не узнать. Теперь оно соединено переходом с новым, ультрасовременным областным консультативно-диагностическим центром. Много было скептиков. Кто-то писал, что это долгострой на 5, на 10 лет, что этому проекту никогда не будет реализован. Много нас троллили, особенно когда появлялись проблемы с коммуникациями, с пандемией, что все остановлено, стройку забросят и так далее. Мы выполнили свои обещания, все построили. 2 года с небольшим для такого объекта большого – это совершенно нормальные сроки. Общая площадь более 11,5 тысяч квадратных метров. Просторный холл, коридоры, современные операционные, кабинеты всех профилей, удобные лифты. Все оборудовано по последнему слову техники. По наполненности, по различным специалистам узкого профиля и по качеству оборудования – это самая современная поликлиника, не больница, подчеркну, поликлиника в Подмосковье. И теперь наша задача, чтобы она была не только образцовой по оснащенности, но и по качеству услуги. Теперь наша задача настроить наших и врачей, и медицинских сестер, и весь персонал нашей большой поликлиники на качественную работу и на самую эффективную работу, которую можно, безусловно, делать при таком оснащении. Центр полностью компьютеризирован. Для лечения пациентов будут применяться передовые технологии. Например, исследовать желудочно-кишечный тракт теперь можно совершенно безболезненно с помощью капсульной эндоскопии. Исследование занимает 8 часов, при этом пациент сам не отвлекается от своих дел. Он спокойно занимается работой, личной жизнью, но камера делает за нас. Несколько рентгенаппаратов, УЗИ, КТ. Многие очень редкие и единственные в области. На строительство и оснащение в рамках программы здравоохранения Подмосковья губернатором Московской области было выделено около 1,5 миллиарда рублей. Теперь здесь можно диагностировать и лечить даже самые тяжелые заболевания. В этой поликлинике будет функционировать СООП, Центр онкологической амбулаторной помощи. Он будет второй в области. Сейчас есть только один такой, есть в Клину. Кроме того, у нас сейчас представлен целый эндоскопический блок. В том числе есть капсульная эндоскопия, которая является новой совершенно в области. И я думаю, что ни в одной поликлинике области ее нет. Специалисты могут принимать около 1500 человек в смену. С таким оборудованием и масштабами наша поликлиника может стать лучшей в области. Новейшее оборудование, все предусмотрено. И, конечно, очень хочется, чтобы наши врачи, чтобы было так же комфортно и удобно работать. Точный и быстрый диагноз – залог эффективного лечения, говорят врачи. Сегодня, когда здоровье человека бесценно, открытие такого центра – настоящий подарок для каждого жителя. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».